Власти Гагаринского района высказались о вырубке фисташковой рощи в районе бухты Круглой. Глава местного муниципального образования Алексей Ярусов напомнил, что вопрос сохранения этого природного объекта волнует севастопольцев и некоторых депутатов не один год. Наконец, сейчас появился реальный шанс спасти территорию от вырубки. Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев пообещал выкупить участок земли у застройщика и обустроить здесь общественное пространство для севастопольцев. Моя позиция депутатского корпуса, позиция общественности района, что фисташковую рощу необходимо сохранять и необходимо, чтобы там было общественное пространство и зеленое пространство, которых не хватает не только, конечно, в Гагаринском районе и в городе Севастополе. Я полностью разделяю точку зрения Михаила Владимировича Развожаева о том, что нужно эти общественные пространства в городе Герои Севастополя обязательно сохранять. Мы приложим все усилия, конечно, для того, чтобы фисташковая роща была сохранена. Самые активные участники борьбы в защиту краснокнижных деревьев – сами севастопольцы. Еще несколько лет назад на базе Гагаринского муниципалитета при участии общественного совета района была создана группа по сохранению фисташковой рощи. Алексей Цыбулько, председатель совета, уверен, в защите нуждаются и многие другие зеленые зоны Севастополя. Необходимо усилить работу по их сохранению. Она ведется, но очень как бы разрозненно. То есть нужно создать единую рабочую группу в городе Севастополе, в которой проведет инвентаризацию, да, всех таких объектов. Все их внесут одним постановлением в законодательном уровне, чтобы все эти зоны были как бы огорожены от подобных возможных застроек. Потому что при Украине, к сожалению, многие участки просто распродавались и без учета там есть там природное или историческое наследие.